Чего мы точно добиваемся, я уверен, что совместно с коллегами из правительства мы добьемся этого, это соответствие продукта тому, что на нем написано. Потому что вы абсолютно правы, несмотря на то, что ГОСТ – это национальный добровольный стандарт уже достаточно долгие годы, тем не менее уровень доверия к продукции гастированной, выпущенной по ГОСТу, среди потребителей очень высок. И неудивительно, что 40% товаров, которые мы исследуем, заявляют, что они произведены по ГОСТу. Из них на настоящий момент треть этому ГОСТу не соответствует. Вот это проблема, это обманутые ожидания, это вранье. Мы видим, что после того, как мы провели исследование, увидели, насколько глобальна эта проблема, она такая же была и в других странах мира, просто они постепенно, многие из них постепенно с этим справились. Когда мы увидели, что такая проблема существует, сейчас мы видим, что и потребитель отказывается от тех марок, которые его обманывают, заявляя, что производят гастированную продукцию, а на самом деле добавляя ингредиенты, совершенно не предусмотренные ГОСТом. И торговые сети достаточно быстро снимают этот товар с полок.